Добрый день, меня зовут Антон Нижник, я барбер, основатель одноименного проекта для мужских мастеров. Сегодня мы делали съемку для журнала Barber News, это была одна из работ, моя коллекция. Мы делали окрашивание с элементами фейдинга и выбривания. Для окрашивания непосредственно мы использовали цветные красители прямого действия Palprite. По мне, наверное, одни из самых кайфовых красителей на рынке. Сейчас я замешиваю осветляющий порошок. И при помощи фольги я сейчас осветляю длину волоса, для того, чтобы корни остались естественного цвета, что создаст нам такой приятный градиент и глубину цвета придаст при конечном результате. Сейчас мы смываем краситель с волос с помощью шампуня фирмы Condor с экстрактом хмелек. Он хорошо подходит для мужчин для использования каждый день в связи с тем, что он обладает себорегулирующими свойствами. Сейчас я выдавливаю краситель Palprite прямого действия для того, чтобы закрасить ранее осветленный волос. И на выходе мы получим яркие акценты. Сейчас я буду работать с височно-затылочными зонами. Для этого я беру машинку Magic Leap Cordless. И использую премиальные насадки, которые обеспечивают максимально комфортное скольжение по коже головы. Сейчас я оформляю элементы дизайна на окантовочной линии, и для этого я взял машинку Wall Detailer, которая позволяет подчеркивать тонкие элементы дизайна стрижки. Сейчас использую Shaver Wall для того, чтобы зачистить кожу и выполнить Skin Fade. Сейчас я работаю с зоной топа, и для этого я использую расчески USPark, которые позволяют максимально точно разделять на пряди. Во время стрижки я предпочитаю использовать ножницы фирмы Jewel. Для оформления контуров я взял гель для бритья фирмы Condor. Он позволяет и обеспечивает максимально хорошее скольжение даже при отсутствии распаривания. Гель обладает приятной консистенцией. Он такой прозрачно-зеленого цвета, что позволяет лучше видеть контуры. Также он обладает легким ароматом. И в то же самое время он не сильно холодит, потому что очень часто охлаждающий эффект раздражает мужчин. Теперь я перехожу к сушке и для этого использую Fan Wall. Сейчас я оформляю контуры бороды, и для этого я использую бритву Tomb 45.
Просто делаю финальные штрихи с помощью крем-пасты для того, чтобы придать работе финальный вид.